для нас награды в этот день и в этот час. Видеть без знакомых глаз нет у нас причин для скуки. Поднимайте выше руки, с нами вместе в этом мире. Круг друзей пусть будет шире. Фестиваль с тобою вместе, будем петь мы наши песни. Ты свои открыл нам двери, любим мы тебя и верим. Ждали. Наша дружба крепче стали, в город Выксу поспеши, на мелодию души. Нет у нас причин для скуки, поднимайте выше руки, выше руки поднимаем. Фестиваль наш открываем, фестиваль с тобою вместе. Будем петь мы наши песни, ты свои открыл нам двери. Любим мы тебя и верим, фестиваль с тобою вместе. Будем петь мы наши песни, ты свои открыл нам двери. Любим мы тебя и верим, фестиваль с тобою вместе. Ты свои открыл нам двери, любим мы тебя и верим. Фестиваль, фестиваль, мелодия души. Фестиваль, фестиваль, мелодия души. Здравствуйте! Как часто мы, ведущие, произносим эту фразу «добрый вечер» и не вдумываемся в смысл этих слов. Добрый. И мы видим, что мир вокруг нас становится добрым. Вечер. И мы чувствуем, как над нашим городом опускается тихий летний вечер. Дорогие, и мы понимаем, что в этом зале собрались самые дорогие наши люди. Друзья, мы знаем, что добрых и хороших друзей много не бывает. Но мы вновь и вновь, выходя на эту сцену, говорим: добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады, что вы сегодня с нами вместе! Вот и подходит к завершению 12-й Всероссийский отраслевой фестиваль авторской песни «Мелодии души 2016», посвященный Дню России. Позади конкурсная программа, прекрасный концерт в детском оздоровительном центре «Лазурный». Было волнение, было напряжение, переживания. Все ждали итогов фестиваля. И вот наступает этот момент. Но прежде я бы хотела еще раз пригласить на эту сцену всех участников 12-го фестиваля «Мелодия души». И под ваши бурные аплодисменты я приглашаю город Чусовой, Пермский край, город Шелихов, Иркутская область, город Железногорск, Курская область, город Липецк, город Боровичи, Новгородская область, город Магнитогорск, Челябинская область, город Старый Оскол, Белгородская область, город Качканар, Лариса здесь, город
друзья, 12-й фестиваль «Мелодии души», я еще раз скажу, был посвящен празднику «День России». Учредителями и организаторами фестиваля выступили Центральный совет Горно-металлургического профсоюза России, Фонд милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав», Нижегородский областной совет ГМПР, акционерное общество «Выксунский металлургический завод», администрация городского округа город Выкса, управление культуры городского округа город Выкса, профсоюзный комитет акционерного общества «Выксунский металлургический завод». И сейчас на эту сцену, дорогие мои, я хочу пригласить не все наше жюри, но главных представителей нашего компетентного, многоуважаемого жюри. Я приглашаю на сцену председателя жюри Сергея Леонидовича Матвеенко, заместителя председателя жюри, директора фонда милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав» Людмилу Александровну Чиграй, председателя профсоюзной организации акционерного общества «Выксунский металлургический завод» Федора Степановича Туваева. Уважаемые члены жюри, прежде чем мы будем огласим ваши итоги, мне бы хотелось, наверное, всем зрителям в зале и участникам услышать несколько слов об их выступлении и вообще о нашем конкурсе. Пожалуйста. Добрый вечер. Ожидание кончился век. Добрый вечер. К человеку пришел человек. Тишину растревожил звонком, скачет сердце веселым щенком. Ты сюда добирался как мог, чтобы видеть, что не одинок. Добрый вечер! Ах, как хочется вам доверять! Добрый вечер! Ох, как боязно вас потерять! Всем знакомы простые слова, только кругом идет голова, и чисты, словно утренний снег, к человеку пришел человек. Добрый вечер, Выкса! Два слова об итогах. Мы были удивлены, вот наше жюри компетентное, мы просто не знали, кто лучше выбрать. Ребята, вы все прекрасны, вы все участники, вы все подарили нам большое-большое счастье. Вы делаете большое-большое дело. Это вовсе не важно, как у кого получилось. Важно, что человек попробовал сделать доброе дело. И сделал это. Спасибо вам! Я думаю, что волнение не только в зале, но и у всех участников. Мы держали в тайне, в секрете. И кто же? Хочу сказать, что в этом году удивительно хорошо подготовлены ребята. Есть свои изюминки. Много работали, много писали песен своих, аранжировки делали. Это так радует и удивляет. Очень много, и я очень жалею, что вот нельзя вот так вот сразу сделать диск и каждому подарить, потому что это был праздник. И хочу сказать огромное спасибо ВЭКСе, администрации завода, профсоюзному комитету, городу за теплый радушный прием, который здесь оказан ребятам, которые приехали с наших металлургических предприятий. Непростое время. Кризис. Сложно, но все-таки нашли возможность и изыскали такую возможность приехать и отметить вместе с вами большой праздник – День России. И я хочу вас всех поздравить с наступающим этим праздником и пожелать вам только добра, мира. И пусть кризис не коснется ни одну вашу, нашу семью. И пусть у вас будет мир и покой в доме, на работе и везде в нашей стране. Спасибо вам.
Добрый день, уважаемые выксунцы. Добрый день еще раз, участники фестиваля. Скажу вам, что на заседании жюри отмечалось и председателем жюри, и другими членами жюри следующее, что на этом фестивале есть такая особенность. Не было слабых участников. Так, каждый участник был по-своему силен, вот, и каждый участник показал высокий свой потенциал. Но, как всегда это бывает, есть, конечно, и повыше, посильнее, поэтому некоторые вышли как бы победители, да, но, в принципе, слабых не было. Это особенность данного фестиваля. Вот, и я бы от себя еще отметил, что разнообразие участников фестиваля, ну, в своем творчестве настолько велико, вот, что каждый друг на друга не похож, каждый был совершенно индивидуален, так? Поэтому служилась конкурсная программа, очень интересно и очень, в принципе, насыщенно. И мне хотелось бы пожелать, ну, прежде всего, сказать огромное спасибо участникам фестиваля за то, что они приехали, да? Вот, сейчас сложное довольно время для того, чтобы приехать. Поэтому каждый участник фестиваля для нас великая ценность. Так? Вот, большое им спасибо. Хочется им пожелать дальнейших творческих удач и успехов. Так? Ну и, конечно, всего самого наилучшего в жизни. И, конечно, огромное спасибо организаторам нашего фестиваля, который принес в нашу культурную жизнь города еще большую долю, значит, весомого такого вклада в нашу культурную жизнь. Спасибо всем. И с праздником. Спасибо вам. Вы пока можете немножечко подготовиться. Дорогие друзья, я просто хотела еще сказать, что сегодня в зале, как на закрытии, так и на открытии, присутствует начальник управления культуры городского округа город Выкса Елена Николаевна Васина. Мы приглашаем вас на сцену, вы поймете, почему это потом. Я вас еще вызываю. Она у нас и на открытии, и на закрытии, но все-таки несколько слов. Приветствую в адрес всех участников и, конечно же, наших зрителей. Добрый вечер. Вы знаете, проведение Всероссийского отраслевого фестиваля авторской песни здесь, в Иксе, это, несомненно, без ложной скромности, яркое событие нашей культурной жизни. И вдвойне приятнее, что в этом фестивале принимают участие фактически наши с вами коллеги, металлурги и горняки. Ведь Выкса – это город металлургов с очень многовековой историей. Вот, фестиваль – это всегда здорово, здесь появляются друзья, здесь завязываются связи, как личные, так и творческие. Здесь вообще очень талантливые люди. И вот уже второй день они нас радуют своим творчеством, прекрасными песнями, замечательной музыкой, интересными стихами. Вот, это все очень здорово. И те, кто не успел посмотреть, как открытие фестиваля, конкурсное прослушивание или сегодняшний гала-концерт, завтра в Парке культуры, в праздник, в День России, вы все с удовольствием можете прийти, мы приглашаем всех выксунцев и гостей нашего города, и посмотреть сборный концерт, в котором в том числе примут участие и участники фестиваля. Вот. Ну, конечно же, как и в любом конкурсе и фестивале, всегда отмечаются определенные заслуги, вручаются номинации, сегодня вы все их увидите и услышите. У кого-то лучше получаются стихи, у кого-то музыка. Вот. Но самое главное, что у них получилось создать нам атмосферу душевности, атмосферу праздника. И спасибо им огромное. И спасибо вам, уважаемые зрители, что вы второй день приходите сюда, смотрите. И, соответственно, ведь любой артист, который выходит на сцену, он в первую очередь очень радуется той публике, которая приходит его слушать. Это очень ценно. И вам спасибо, и вам, уважаемые участники. Елена Николаевна, вот именно поэтому вы не уходите, оставайтесь на сцене, дорогие друзья, потому что мы начинаем церемонию награждения. Специальный приз за лучшую песню об истории России награждается Владислав Шишкин. Приз от Управления культуры городского округа город Выкса вручает Елена Николаевна Васина, начальник управления культуры.
На самом деле, вы знаете, формат проведения фестивалей, он очень разный. Они проходят как в дворцах культуры, в домах творчества, на сценах, на открытых площадках. И зачастую все те, кто участвует в фестивалях авторской, бардовской песни, очень любят проводить это время, скажем так, вокруг дружеского такого костра. У костра петь песни под гитару, это очень здорово. И наши ребята, я думаю, тоже не исключение, поэтому вот этот подарок, он очень символичен. Я надеюсь, что он скрасит, так восполнит так что-то вот именно в тех мероприятиях, когда они будут проходить на открытом воздухе. Владислав Шишкин, обладатель специального приза. На сцену приглашается Федор Степанович Штуваев. В номинации «За высокую духовность и сценическую культуру» награждается Сергей Жиляк. Приз от правкома Выксунского металлургического завода. Специальным приз за начало творческого пути награждается вокально-инструментальный ансамбль «Город Чусовой». Я скажу сразу, что эти ребята, этот вокально-инструментальный ансамбль впервые здесь, на нашей Выксунской земле, участвуют в таком конкурсе. И, если я не ошибаюсь, впервые вообще участвуют в фестивале. Давайте бурными аплодисментами поддержим их еще раз. У них прекрасное начало их творческого пути. Спасибо. Для вручения следующего специального приза я приглашаю на сцену Алексея Евгеньевича Ушкова. Александр Евгеньевич. В номинации «За лучшую песню о профсоюзе» награждается Лариса Пасынкова, город Качканар. Приз от Нижегородского областного совета ГМПР. Переходим к номинации «Лауреаты». В номинации «Лучший исполнитель» награждается Владислав Шишкин, город Выкса. Награждает председатель жюри Сергей Леонидович Матвеенко. Фестиваль «Мелодии души 2016» становится Дмитрий Пуляев, город Шеликов, Иркутская область. Лауреатом конкурса становится Андрей. Из города Боровичи Новгородской области Анну Крылову. Лауреат конкурса в номинации «Лучший исполнитель» признан Роман Корчагин, город Липецк. А мы переходим к номинации «Лучший автор стихов».
Лауреатом в этой номинации конкурса «Мелодии души 2016» становится Сергей Смирнов, город Железногорск. Еще одна номинация нашего фестиваля – «Лучший дуэт». И в этой номинации побеждает семейный дуэт Михаил и Татьяна Шуваевы, город Магнитогорск. Ну что, дорогие друзья, вот да? Как-то уже практически все уже стоят с подарками, с призами. Но все-таки по условиям нашего конкурса, нашего фестиваля, два гран-при учреждены. Скажите, вообще это редко когда-то бывает, что два. И все-таки есть достойные. Большая редкость. Случай практически уникальный. Два гран-при в вашем городе. Первое гран-при 12-го фестиваля «Мелодии души 2016» завоевывает народный ансамбль казачьей песни «Станичники, город Старый Оскол». Для вручения второго гран-при я приглашаю на сцену директора фонда милосердия и духовного возрождения «Горняков» и металлурга «Сплав» Людмилу Александровну Чиграй. Я думаю, что зрители в зале оценят гран-при и оценят выступающих, которые получили гран-при. А сейчас мне хочется вручить вот это гран-при, которое уедет в холодную далекую Сибирь, в Иркутск. Гран-при конкурса «Мелодии души 2016» Денис Несмачный, город Шереков, Иркутская область. Дорогие друзья, ну вот мы и узнали всех тех, кто сегодня стал победителями. А победители сегодня на этой сцене все. Поэтому я прошу вас, давайте еще раз искупаем в овациях этих прекрасных исполнителей. Поверьте мне, еще немножко осталось услышать, как они поют. Ну а сейчас, Людмила Александровна, еще раз вам слово. Я хочу поблагодарить искренне за организацию, за помощь и подготовку проведения 12-го отраслевого фестиваля авторской песни директора Дворца культуры Наталью Алексеевну Осипову. Вы знаете,
дорогие наши зрители, которые приходят к нам на концерты. У нас такая великая радость. Мы разнообразили круг своих друзей и круг талантов, которые собрались на нашей сцене. Ребята, огромное вам всем спасибо, что вы решились на такую дальнюю поездку в наш городок, прославили его, украсили. Ну, и я думаю, что эта поездка для вас стала новым толчком. А мы уже договорились кое с кем, что в следующий раз, если фестиваль будет у нас, мы еще и кое-что организуем. Не будем в секрет выдавать, да? Удачи вам в дальнейшем, творческих успехов, любви, добра и счастья! Я хочу пригласить самого главного организатора, с которым мы работали, и который, я думаю, что он с января, наверное, потерял сон и покой. Председатель профсоюзной организации Выксунского металлургического завода Федор Степанович Туваев. Это заслуга всей профсоюзной организации и профсоюзного комитета. Я приглашаю на сцену Елену Николаевну Васину. И хочу поблагодарить Елену Николаевну вот с таким текстом. Выражаем вам сердечную благодарность и искреннюю признательность за активное участие в подготовке и проведении 12-го Всероссийского отраслевого фестиваля авторской песни «Мелодия души», посвященного Дню России. Благодаря вашей поддержке все мероприятия, запланированные, прошли на высоком организационном и техническом уровне. Спасибо вам большое. Я приглашаю Сергея Леонидовича вас для вручения вам благодарности за ваше активное участие и личный вклад и поддержку авторской песни среди трудящихся горно-металлургического комплекса России. Председатель жюри сбежал. Всегда нахожусь в самой массе наших выступающих, я с ними то где-то настраиваю, что-то с ними разговариваю там, и так далее. Поэтому с любой стороны сцены я могу появиться, и даже из зала, и даже сверху. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья, умных детей вам и успехов в заработной плате. Добра. Спасибо, Сергей Леонидович. Ну что же, я еще раз говорю спасибо большое всем участникам фестиваля и приглашаю вас пройти за кулисы, насладиться таким прекрасным, такой прекрасной минутой. Все призы розданы, все места уже определены, но и, наверное, наступает у вас самое главное – подарить те минуты радости и счастья исполнением ваших песен нашему выксунскому зрителю. Спасибо вам еще раз. А сейчас самое главное. И я думаю, что наши с вами впечатления от их творчества совпадут. Дай Бог вам всего самого-самого хорошего. Нас ждет прекрасный концерт. Счастья, Выксун! Дорогие друзья, а наш концерт открывает семейный дуэт из Магнитогорска. Встречайте, на сцене Михаил и Татьяна Шуваевы. Город Магнитогорск. Да.
Добрый вечер, дорогие, уважаемые наши зрители. Вы очень тепло встречаете нас. Всем бы таких зрителей, как здесь у вас в Иксу. Хочу сказать несколько слов, и прежде чем представить песню, в нашей родной Магнитке, которую, как вы знаете, строили всем миром, есть памятник на берегу реки Урал первостроителям Магнитки. На постаменте стилизованная палатка и на ладони магнитогорская руда. Вот. И я не мог, конечно, в своем творчестве обойти вот эту тему родного города и отобразить очень хотелось ее в песне. Ну, песня получилась, как судить вам. Спасибо, Магнитка! Сейчас настроимся по ней. Мудрое солнце искрит и парит над рекой, окуная с рассветом в дела и заботы. И для тех, кто спешит поутру проходной, есть простое и детское слово «работа». А солнце вставало, а солнце вставало, а солнце сходило, а солнце сходило над мытой дождями Магнитной горой. Спасибо, Магнитка, что ты наградила нас, пусть и нелегкой, но честной судьбой. Не искали мы в жизни окольных путей, не стремились где тише, теплее и сытней, и покров от волков, жаргонов и печей. Делим судьбы свои мы с судьбою Магнитки. А солнце вставало, а солнце вставало, а солнце сходило, а солнце сходило над мытой дождями Магнитной горой. Спасибо, Магнитка, что ты наградила нас, пусть и нелегкой, но честной судьбой. Широким проспектом пройдусь не спеша, я с сынишкой, чтоб с детства он город свой помнил. И я на постамент подниму малыша, где палатка и камень в раскрытой ладони. А солнце вставало, а солнце сходило, а солнце сходило над мытыми дождями Магнитной горой. Спасибо, Магнитка, что ты наградила нас, пусть и нелегкой, но честной судьбой. Нас пусть и нелегкой, но честной судьбой. Спасибо. Спасибо. Татьяна, Михаил, Шуваевы. Наши друзья уже из города Магнитогорск. Спасибо за теплый прием. Дорогие друзья, сейчас будут выходить несколько исполнителей, участников фестиваля, и их песни о тех комбинатах, на которых они работают. Поэтому давайте будем знакомиться со следующим участником. Это Лариса Пасынкова, профсоюзный мой. Встречайте, город Качканар. Давайте, профсоюзный мой. Спасибо за теплый прием тоже. Давайте сначала спою, потом скажу слово. Это же гимн, а профсоюзный мой вторая идет.
Спасибо большое. Спасибо большое за теплый прием. Здорово, все здорово. Очень понравилось. Лариса, мы тоже тебя очень полюбили. Лариса Пасынкова. Спасибо. Вот сразу видно, что в зале профсоюзные работники есть. Да, как она поет про профсоюз-то. Вот, аплодисменты. Ну а продолжает нашу программу человек, который уже не первый раз выступает на нашей высоцкой сцене. Он когда-то был участником, я не помню какого уже по счету фестиваля, «Музыка друзьям», но это было лет 7-8 назад. И нам очень приятно, что он снова приехал к нам, но уже участник фестиваля «Мелодии души». Встречайте на сцене Дмитрий Пуляев, Иркутская область, город Шелихов. Шишкин. Гимн металлургов Выкса. Огонь в моих печах пылает жаром, искрят сюда по желобу течет.
ты наша жизнь потому не даром. Гордимся мы тобой, родной завод. Мартенов трубы рвутся к выси. Идет медаль, ждет его страна. И будут знать не только в Икси твои династии имена. Сегодня день у нас немало новый. Мы навсегда в историю вошли. Отцы завода братья Баташовы с мастеровыми выксунской земли. Мартенов трубы рвутся к выси. Идет медаль, ждет его страна. И будут знать не только в Икси твоим династии имена. Колеса нашим за границей рады. У нашей стали марка и своя. И спорят трубы нашего проката с ажурностью чугунного литья. Мартенов трубы рвутся к выси. Идет медаль, ждет его страна. И будут знать не только в Икси твоих династий имена. Пусть время мчит и вдаль уходят годы. Тобой гордиться будем мы всегда. Кипится, как горячая работа. И нет прекраснее этого труда. Мартенов трубы рвутся к выси. Идет медаль и ждет его страна. И будут знать не только в Икси твоих династий имена. Мартенов трубы рвутся к выси. Идет медаль и ждет его страна. И будут знать не только в Икси твоих династий имена. Владислав Шишкин. Спасибо. Наш металлург. Ну а сейчас еще один гимн. Гимн комбината огнеупоров. Город Боровичи, Новгородская область. Встречайте, Анна Крылова.
Девочка, большое вам, наверное, спасибо от всех, от нас, выпускников. Благодаря вам, вашей песне, мы узнали про ваш комбинат. Большой привет вашему городу от всех, от нас. Спасибо вам. Дорогие друзья, ну а мы продолжаем. И я приглашаю на сцену Сергей Жиляк, город Чусовой. Нас разводят. Здравствуйте. Песня о войне, точнее, о первоочередных задачах и целях этого дела. И о людях, которые объявляют сцену, они ходят и сведения посылают. Раз, раз. Видишь, вражда людских страданий. Это война, чьё-то желание. Мы же в расход, не понимая, чей-то доход преумножаем. Бродим стадом и громко орём, разлагаясь на масти, основных не видя врагов, стоящих у власти, предрекающих гибель земли. Страх все ближе подходит, а мы рубимся между собой. Нас разводят. Спасибо. Сергей Жиляк. Спасибо, Сергей. Дорогие друзья, я открою вам небольшой секрет. Уже вчера на базе отдыха Песочная мы провели небольшой вечером конкурс «Барды шутят». И вот если бы, наверное, в нашей конкурсной программе был такой приз зрительских симпатий, то, несомненно, этот участник нашего фестиваля получил этот приз. Но сегодня у него немножечко другая миссия на этой сцене, другая песня. Но, думаю, вы с удовольствием ее послушаете. Встречайте, для вас поет Сергей Смирнов. «Русский характер», город Железногорск. Добрый вечер, Виксон. Для вас. Мы встаем, как рассветы встают над полями. За друзей умираем и прощаем врагов. Наша правда сильней, и страну выбирая, снова выберем эту меж берез и снегов. Нашу душу нельзя
понять, не измерить. Если парус порвет самый яростный шторм, это русский характер помогает нам верить. Это русский характер с двухглавым орлом срывали погоны, нажгли и косили, но мы снова вставали. Нас нельзя победить, с нами Бог и Россия. Нас учили не ползать, а стоять во весь рост. Мы шагаем в огонь, чтоб сгореть, но вернуться. Наград ни крестов и ни славы. Мы уйдем как солдаты, уходят порой. Пусть сквозь нас прорастут незабудки и травы, и мы станем для всех просто русской землей. Светлой русской землей. С праздником, России! Сергей Смирнов. Спасибо. А продолжает наш концерт, уже вам знакомый, наш любимый, тоже сегодня участник фестиваля «Мелодия души» Андрей Даниленко. Выкса! Столом сидим, поем, пляшем, поднимем эту чашу за детей наших и скинем с головы иней. Поднимем, поднимем и скинем с головы иней. Поднимем, поднимем.
Спасибо. Андрей Даниленко. И вот рукопожатие. Спасибо, Андрюш. Знаете, я тоже хочу сказать, вот Андрей молодец, достойно. Вчера был в ночь, сегодня уже в 10 утра пел на конкурсной программе. Давайте поаплодируем вообще всем металлургам. Насколько мы сильные, насколько мы стойкие, что никогда не подведем. Ну а продолжает, и я приглашаю на эту сцену, уже нашла знакомого друга, который приезжает к нам в Иксу тоже не первый раз. Встречайте на сцене Роман Корчагин, город Липецк. Добрый вечер, друзья. Минуточку, можно несколько слов? Да, буквально я хотел пару слов. Я хотел сказать о том, что я очень рад. Я второй раз в вашем городе. Был другой конкурс «Музыка друзья». Наверняка вы были, да, здесь и видели этот конкурс. Да, может быть, и меня кто-то видел. Я даже помню, мне цветы выносили. Я помню это до сих пор. Спасибо большое. Очень теплый прием. Мы когда были сейчас в пионерском, как он? Да-да-да. Лазурный. Ну, так нас встречали. Это вот это на самом деле, это было просто здорово. И вообще, в Иксу так тепло у вас, так хорошо. Вот едешь прям как к себе домой. Спасибо вам большое. Очень приятно быть здесь у вас. С праздником вас, с Днем России. Итак. Кстати, эту песню написал председатель жюри Сергей Леонидович Матвеенко. Это его вещь. В нашей липецкой аранжировке. Идут белые снеги, как по нитке скользя. Жить и жить бы на свете, но, наверное, нельзя. Чьи-то души бесследно растворяясь вдали, словно белые снеги идут в небо с земли. Идут белые снеги, и я тоже уйду. Не печалюсь о смерти, и бессмертия не жду. Я не верую в чудо, я ни снег, ни звезда, и я больше не буду никогда, никогда. И я думаю, грешный, ну а кем же я был, что я в жизни поспешной больше жизни не любил. А любил я Россию всею кровью, хребтом, ее реки в разливе и когда подо льдом. Дух ее пяти стенок, дух ее сосняков, ее пушки на стенку, ее стариков. Если было не сладко, и я не шибко тужил, пусть я прожил не складно, для России я жил. И надеждою маюсь, полон тайных тревог, что хоть малую малость я России помог. Пусть она позабудет про меня без труда, только пусть она будет навсегда, навсегда. Но надежда моя, если будет рай.
Варшавин, город Липецк. А на сцене обладатель гран-при конкурса «Мелодии души 2016» Денис Несмачных, Иркутская область, город Шерехов. Нашего города, председатель жюри фестиваля.
Сергей Матвеенко. Ну вот, собственно, и завершилось все. Прощаться надо. А вы не спели. Можно в зале. Я даже песню знаю, какую мы вместе споем. Что там такое происходит, а? Ну? Пардон? Всех расстрелял. Попробуем еще раз. Ну, хорошо, я тоже. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне известно давно бескорыстная дружба мужская. Шумит каждого дня, счастлив я тем, что нет мне покоя. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи, полумрак поцелуй на рассвете. И вершина любви — это чудо великое, дети. С ними вместе пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки потом. Все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, сидим, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так ликуй и вершись в звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Так ликуй и вершись в трудных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это. Да-да-да. Я жду это, ну, виртуально. Я привязан, видишь? В этом году я в прошлом году я получил орден «Народное признание» из рук нашего министра культуры, но в знаковом месте в Эльдар-центре у Эльдара Рязанова, замечательного нашего режиссера. Тогда он еще был жив, теперь его не стало. Но песня написана, друзья мои, в 44-м году, Великая Отечественная война. В 19 лет автор стихов, вот этих, которые в этой песне, ушел на войну и за год до окончания написал вот это стихотворение, которое я сделал песней, и хочу ее спеть вам. А песня получила орден, серебряный орден «Народное признание» в большом-большом всероссийском конкурсе. Баллада о расстрелянном сердце. Как эти мальчики любили жизнь. Как эти мальчики, 19-летние, 21-летние, придя с фронта уже ветеранами, любили Россию. Я сотни верст войной протопал, с винтовкой пил, с винтовкой спал. Нажму курок и пуля в штопор, и кто-то замертво упал. А я тряхну кудрявым чубом, иду подковками, извиня,
И так владею этим чудом, что нету права на меня. Лежат фашисты в поле чистом, как торчат крестами на восток. Иду на запад по фашистам, как танк железен и жесток. Убей его и убиваю, иду подковками звеня. Я знаю, сердцем убываю, нет вовсе сердца у меня. А пули дуры свищут, свищут, а пули дуры сердце ищут. А сердца нет, приказ во мне, не надо сердца на войне. А где найду его потом я, исполнив воинский обет, в моих подсумках и котомках для сердца даже места нет. Куплю билеты скоро к маме, к жене, к обманутой вдове. Подайте сердце мне, хоть малость, ударюсь лбом, но скажут мне: ты растерял его, солдат, ты расстрелял его, солдат. И так владел ты этим чудом, что взял там, где лег отряд. Подайте сердце инвалиду, я землю спас, отвел беду. Я с этой просьбой, как с молитвой, живым распятием иду. Подайте сердце, крикнув в сердце, подайте сердце, стукнув в дверь. Поймите, человек без сердца еще страшнее, чем даже зверь. Меня восторг переоденет и где-то денег даст кассир. Большой загнанный, как демон, без дела я в избытке сил. И где-нибудь в чужой квартире мне скажут: милый, нет чудес, в скупом послевоенном мире всем сердце выдано в обрез. Всем сердце выдано. Я спою песню автора, которого очень люблю, и вы тоже, я надеюсь. Я не буду называть его фамилию. Человек, не знающий фамилию этого автора, скорее всего, американский шпион. Поэтому я пою ее, а вы вместе со мной. Баллада о новом времени. Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги, значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали по лошади, по лошади. Неизвестно, к какому концу рвался Сергов. Неизвестно, к какому концу рвался Седоков. Наше время иное, лихое, но счастье как в старые щи. И в погоню за ним мы летим, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку не заметит, что рядом товарищей нет. Теряем мы лучших товарищей. На скаку не заметим, что рядом товарищей нет. И еще будем долго огни принимать за пожарными. Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов. Про войну будут детские игры с наспаньями старыми. И людей будем долго делить на своих и врагов. Про войну будут детские игры с названиями старыми. И людей будем долго делить на своих
хохочет, когда горит и отплачется, и когда наши кони устанут под нами скакать, и когда наши девушки сменят шинели на полотенце. Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. И когда наши девушки сменят шинели на полотенце, не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. Сергей Матвеенко. Спасибо, Сергей Леонидович, спасибо. Дорогие друзья, а на сцене обладатель гран-при конкурса «Мелодия души 2016» народный ансамбль казачьей песни «Станичники». Уважаемые жители города Выкса, уважаемые организаторы этого замечательного фестиваля, мне бы хотелось от имени нашего коллектива и от имени всех жителей замечательного города Старого Оскола, жителя Выми, города металлургов и горняков, принести вам благодарность за этот фестиваль, который сегодня состоялся. Спасибо вам за теплый прием, за замечательную организацию. Все мы живем с вами в замечательном государстве Россия. Мы очень любим его и хотим, чтобы оно было сильным, могучим. И самое главное, чтобы никогда ничего не омрачало нашу с вами жизнь. «Россия» — так называется наша песня. Спасибо! Отчизна, отчий дом, и слов отцовских не найти мудрее, и воспитание лучше, чем другом. Отцовский взгляд и главное пророчество, как в небо смотрят храма купола. Недаром на Руси зовут по отчеству, и в честь отцов вершат свои дела. Земля родная, нет тебя красивей, и лучше, чем она на свете нет. У нас на всех одна страна Россия, живи в любви и в мире сотни лет. Мы матушкой зовем свою Россию, ее прекрасный вид в душе храня. Как мама нас растит и множит силы, защищает крепче, чем броня. И если больно, вытирает слезы, а если трудно, даст живой воды, согреет сердце в лютые морозы, своих детей спасая от беды. Земля родная небе, у нас на всех одна страна Россия, живи в любви и в мире. Земля родная, нет тебя красивей, ты лучше, чем она на свете нет. На всех одна страна Россия, живи в любви и в мире сотни лет. Земля родная, нет тебя красивей, и лучше, чем она на свете нет. У нас на всех одна страна Россия, живи в любви и в мире сотни лет. Дорогие друзья, и сейчас под ваши бурные аплодисменты
я еще раз хочу пригласить на сцену всех участников нашего фестиваля. Встречайте! Мы говорим на разных языках, мы поем разные песни, но объединяет наш дом, где мы родились, где мы живем. Это все, что нас окружает. И вот сейчас мы все из разных уголков нашей необъятной Родины стоим здесь, на одной сцене. На одной сцене объединила нас всех песня. Музыка объединила нас. Наш фестиваль. Фестиваль мелодии души. Дорогие друзья, и завершить второй день фестиваля мелодии души мы хотели бы гимном. Все мысли ты в тетрадь. Словечко, слово, получилась строчка. За фразой фраза надо ставить точку. Поставив точку, ты в стихотворении, чтоб совершить души свои творения. Берешь гитару в руки и в тиши ты сочиняешь музыку души. Мелодия души нас зовет, мелодия души в нас поет. Возьми гитару и запевай, объединяет нас фестиваль. Мелодия души нас зовет, мелодия души в нас поет. Возьми гитару и запевай, объединяет нас фестиваль. Для вдохновения много разных тем, у каждого не перечесть проблем. Оставь свои дела и поспеши на фестиваль мелодия души. Мелодия души нас зовет, мелодия души в нас поет. Возьми гитару и запевай, объединяет нас фестиваль. Мелодия души нас зовет, мелодия души в нас поет. Возьми гитару и забивай, объединяет нас фестиваль. Спасибо городу Выси за такой прекрасный фестиваль. Спасибо всем. С праздником вас, с Днем России. Поем! Мелодия души нас зовет, мелодия души в нас поет. Возьми гитару и запевай, объединяет нас. Мелодия души нас зовет, мелодия души в нас поет. Возьми гитару и запевай, объединяет нас. Возьми гитару и
Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. 12-й фестиваль «Мелодия души» закрыт. Спасибо вам всем. Спасибо, родные. Счастья вам, успехов. Будьте здоровы, живите богато.